Так, вот теперь в четвертом аквариуме сделаны у меня пузыречки, пузырьки. Это просто не из того, что мне хочется вот это видеть, кислородную стену, а потому что перестраховываюсь и дополняю много-много кислорода, так как рыба растет, естественно, кушает много, какает много. И при увеличении, естественно, количества кислорода и улучшении фильтрации рыба чувствует себя замечательнее. Вот, например, в этом аквариуме, сейчас покажу, какой стоит агрегат. Он, по-моему, 60 литров в час тягает. Это, по-моему, бой фирмы. Вот он как раз здесь качать. Вот. Симпатично, да? 900-ки длинный. Здесь трубка. Метр. По-моему. А, 2 метра. Длину всего аквариума. Почти больше двух. Их не делал, кстати говоря. Их делает Сергей. Дам ссылочку на него. Шикарно. Но помимо всего этого изготовления, еще классно то, что он их еще устанавливает. Но это, конечно, прерогатива в Самаре такая. Так что при высоте метр аквариум было сложновато с моими руками это все сделать. Пойдем дальше. Вот в этом аквариуме полторашки тоже распылитель. Он продувается везде, но вот здесь специально сделан изолентой, чтобы помпа течения не сдувала лишние пузыри, чтобы не было кислородного шума. И вот в тонне 200 тоже пузырьковая стена. Здесь 1,70 м, по-моему, распылитель. Тоже делал Сергей, за что ему огромное-огромное спасибо.